Вот такой вопрос. Сколько бы мы не встречались с одним человеком, мы не расставались, судьба нас всегда сводит вместе, мы очень любим друг друга, родители не дают благословения на брак, но пока живет надежда на чудо, еще есть силы молиться и ждать, что скоро все наладится. Что нам делать, как найти в себе силы, если надежда вдруг медленно станет умирать? Да слушайте, не судьба сводит вас вместе, нет никакой судьбы. Люди, неверующие в Бога, говорят про судьбу. Судьба – это обычно что-то злое, что-то неправильное. Это то, что злая сила нам подбрасывает. Если вы чувствуете, что Бог вас соединяет друг с другом, старайтесь вступить в благословленный Богом брак. Родители, может быть, против, может быть, у них есть какие-то аргументы, выслушайте их, посоветуйтесь со священником. Иногда бывает так, что и без воли родителей люди создают семью, и все у них потом получается прекрасно. Спросите друг друга, себя внутренне спросите, перед Божьим лицом, готовы ли вы создать семью, как малую церковь, и полагайтесь на совет опытного священника, больше, чем на совет родителей. И не теряйте надежды. Надежду никогда Господь не посрамляет, не постыжает. Если действительно у вас есть и любовь, и верность, и желание помогать друг другу, желание хранить свою малую церковь до конца ваших дней, Господь обязательно поможет. Этого вам и желаю. Молитесь, и Господь откроет, как поступить наилучшим для вас образом.